Так, вот так нормально. И всем привет, с вами Папа Алисы, и сегодня мы окунемся, дорогие зрители, в мир Майнкрафта. Так, а где Алиса? Ей, как всегда, не сидится на месте. Пепа. Да вот же она. Пепа. Алиса, перестань гонять свинью, это не Пепа. А еще у нас конкурс на 1000 подписчиков, но условия скажу позже. Итак, насколько я слышал, нам надо добыть дерево. И вот как раз одно такое есть. Сейчас отойди подальше, чтобы оно вдруг на тебя не упало. И я начну. И вот мы добрались до пещер. Прям как попали в другой мир. Правда, тут немного жутковато. Давай играть, ну постой же. Я не буду тебя обижать. Но я-то знаю, что впереди нас ждут просто горы полезных минералов. Я не буду тебя обижать. Давай, это что было? Так, пойду посмотрю, как дела там у мамы с Алисой. Папа. Она бегала за мной. Я не понимал, что ей надо. Чего она хочет? Это ведь мы должны за ними бегать. Это мы же должны. Еще она сказала, что если они не поставят лайк и не подпишутся на канал, то она вернется и найдет меня. Кстати, о конкурсе. Разыгрываем 2 баночки со сладостями, 1 упаковку Джелли Белли. Условия очень просты. Вы должны подписаться на канал Элиску Шоу, поставить лайк этому видео, написать комментарий под этим видео «Участвую» и почему хотите выиграть, а также вступить в группу ВКонтакте Элиску Шоу. Ссылка на группу будет в описании. Результаты конкурса будут в видео 15 апреля, а также в группе ВКонтакте. Всем удачи и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и результаты конкурса. Передаем привет! Встречу, где бежать, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами зимний шар, между нами сегодня пожар.